Идая Туктоназарова 10 лет своей жизни посвятила ковроткачеству. В этом деле ей помогают ее соседки. Благодаря качественной работе их ковры стали одними из лучших в селе Рават, расположенном у подножья гор. Благодаря ковроделию женщины пополняют семейный бюджет. Женщины этого села не сидят без дела. Мы заняты ковроделием. Чтобы изготовить ковер, нужна шерсть. Поэтому параллельно мы еще занимаемся животноводством. Выращиваем овец, собираем шерсть и делаем из нее ковры. Это очень древнее искусство. Ковер в основном ткут из овечьей шерсти. Сначала, в зависимости от размера, следует подготовить 30-40 килограммов шерстяной пряжи. Вся работа трудоемкая и занимает много времени. Также при плетении ковра самое главное быть точным в расчетах. В противном случае красота изображения на поверхности будет утеряна, а работа будет напрасной. При плетении ковра первое, на что следует обратить внимание, это тип нитей. Нить должна быть не толстая, не тонкая. Она не должна быть слишком прочной, но не должна быть слишком мягкой, потому что она порвется. Когда мы приступаем к качеству ковра, мы обязательно используем математические расчеты. Без этого никак. Здесь около 10 ковров, сделанных руками сельских женщин. Ковры стоят от 20 тысяч до 50 тысяч сомов. Вообще в Баткенской области традиция, когда каждая семья к свадьбе дочери готовит в приданое ковры. Поэтому спрос всегда высок. Из-за этого мастерицы говорят, что должны обучать этому ремеслу подрастающее поколение. Особенность этого ковра в том, что он сделан из натуральной шерсти. Кроме того, каждая деталь сделана вручную. Конечно, качество этого ковра лучше, чем в магазине. В основном работает мой муж и дети. Я стараюсь тоже работать, а потом научилась ткать ковры. Таким образом, я надеюсь, что это пополнит наш семейный бюджет. Мы должны работать над улучшением мастерства. Это ремесло наших предков. Баткенский ковер имеет свои особенности и передает колорит региона. В настоящее время такие ковры ручной работы можно найти в каждом доме. В соответствии с потребностями времени он используется как для элемента декора, так и для быта. Баткенская область известна не только своими абрикосами, но и коврами, которые не теряют своего качества уже 2-3 века. Даяна Джумабекова, Алатау 24, Баткенская область.